Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас и Тучка. Всем привет. Все ждали хоррор на моем канале. Нравится, когда я прохожу и страдаю. Поэтому у нас сегодня очень классная карта, называется Darkness Horror Escapes. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. У нас страшная карта. Погнали. Здесь есть очень классные загадки, и мы должны их разгадывать. Вот первая загадка. Нам надо собрать цифры, чтобы ввести их там. Так. 9, 5, 2, 3. 323 води. Нет, подожди, вроде не 323. 321. Да. Отлично, ребята. Ой. Ух ты, ты видел? Да, да, да. Вот это начинаются приколы. Ребята, обязательно поддержите лайкосиком, подписочкой. Мы страдаем ради вас. Так, внесла Ланю. О, ты! Эй, ребят, ну мы же ночью проходим, понимаете? Все хорроры мы проходим ночью, чтобы страдать. Кто-то убил моего друга, один говорит правду, а три лгут. Найдите преступника. Куда идем? Давай направо. Давай. Ах ты ж! Так можно сразу, зачем вы так пугаете? Ну тут... О, отлично. Так, ты здесь? Я боюсь один идти, ты понимаешь, что карты очень пугают меня. Смотри, глаза смотрят. Иди вперед. Скримак! А ну дай я посмотрю, что там. А, надо так пройти, чтобы... А ну давай с этой стороны. Вот. А ну иди дальше. Надо пройти, чтобы нас глаз не видел. Вот так вот. Понял. А вот здесь как? А вот здесь? А как здесь? Ладно, давай с левой стороны. Ах ты, блин, нет. Слева не получилось. С правой тоже. А что делать? Может, тут надо нажать кнопку какую-то? Вот разработчик хитрый жук. Иди прямо просто. Через стол прям. Ребята, ну это, конечно, интересно. Вы знаете, что на моем канале выйдет очень много хорроров? Потому что в игре VRChat больше 1000 крутых хорроров. И мы хотим их все пройти одновременно. Опа! Ой, заблюдился. Здесь нам нужно что? Колечко и смотреть цифры, да? Да. Так, 3... 4... Подожди, 3, 4, 2. 3, 4, 2, так. Ну, первая у нас получается двойка. Вторая у нас тройка. Потом зеленая. А зеленая, подожди, а какая зеленая у нас была? Я не помню. Подожди. Сейчас. Четверка. Четверка. Четыре. Так, и последнюю цифру. Давай будем искать. Где-то же она тут есть. А ну бери тоже колечко, видишь, вот. Я взял. А, я не вижу, что ты в руках. У меня свои колечки, у тебя свои. Вот есть 5 цифр, смотри. А, вот 5. Отлично. Я очень люблю такие хорроры, где есть загадки. Первый раз угадали? Ну вы с тобой молодцы. Сейчас что-то будет, смотри. Иди вперед, иди. Я тоже боюсь. Ты думаешь, ты боишься один? Я что-то в стенку уперся, смотрю, ничего нету. Блин, ну эти глаза на меня смотрят, и мне это не нравится. Отойди. Да? Хорошо. О! Ты видел, оно треснуло? А, нельзя пройти. Ну, идем назад. Сейчас, смотри. Ах ты, блин, ты тварина! У тебя же тоже был скример? Ребята, ну не пугайте так сильно нас, мы же добрые. Что-то у меня уже тепленькое. Смотри, вот это колбаса здесь. Ого. Так, ну идем потихоньку. Блин, у тебя тоже рябит в глазах? У меня блюрит что-то, да. Это за нами призрак какой-то следит. Так, аккуратненько. Что за колбаса? Какие-то бег с препятствиями. Чуть не упал. Ты видел? Еще чуть-чуть не свалился. Не спеши. Потихонечку. Подожди. Как оно здесь идет? Так, возвращается. Получается, надо нам сейчас подлавливать тайминги. Оно не идет сюда? Не-не-не, оно со скриптом. А ты не хочешь наколоться на нее? Давай проверим. Скримак просто и возвращает обратно. Ага. Ух ты! Я на соплях там успел просто. Оно за мной идет. И Тучка, я тебя жду. Ах ты! Блин, эти сзади с двух сторон идут. Я сейчас вернусь. Давай. Вирус. Все, я прошел, я тебя жду. Я иду.
Я вижу тебя. Смотри, не накались. Все, отлично. Идем. Так. Сейчас что-то будет, я прям чувствую. Картины. Смотри, ну прям смотрит на нас с разных сторон. Стрёмная, да, картина? Хотел бы себе в реальной жизни такую картину в спальню, где ты спишь. Ага, я еще, знаешь, повешать ее прям перед кроватью, да? Так. Смотри, здесь ребус, надо угадать нам цифры. Ну давай думать. Офигеть. Смотри, у нас есть... А, Б, 5, С, Д. Прикольная загадка. Так, пятерка. Минус 2. Это 3. Б... Так, подожди, я неправильно считаю. 5 плюс 2, 7. 7 минус 3, 4. Получается, А у нас 4. 4 есть. Б у нас 7. С у нас 3. Да? Да. И Д у нас 3, 5. Блин, неправильно. Стой. А что-то не так мы посчитали. Давай еще раз. 7 минус 3, 4. Ну, правильно же, да, я вроде делаю все? Ну, по-моему, да. Подожди, ну, 4. 4. Потом 7 идет. 4, 7. Потом 5 минус 2, 3. 3. И 3 плюс 3, а, 6, да. 6. Прикольные загадки, они как бы в меру сложные. И очень интересно их проходить. О, ты че, у нас сейчас за игра? Ты, короче, запоминай, где оно будет. Ты сможешь? Да, я смогу. Все, тоже... давай. 4 попытки у нас есть, или будем заново начинать. Но я думаю, мы сможем пройти. Так. Кусок мяса. Посерединке? Центр. Отлично. Ты нажал, потому что я ничего не жал. А, значит, оно работает у всех? Ну да, у нас одинаковые права. Попытка сейчас номер 2. Быстрее. Сейчас будет сложнее, да, ребята. Но мы справимся, я думаю, мы сможем пройти. Слева. Левая, да. Отлично. Мы с тобой профессиональные игроки по хоррорам. Ага. Это да. Третья попыточка. Так. Сейчас что у нас, глаза повытекают, так быстро будет. Справа. Правая. Ты уже, да, засекала? Да, сейчас нам будет сложно, капец, отвечаю. Сейчас вообще будет, наверное, нереальное что-то. Ну, давай посмотрим. Такс. Ждем. Эй, так нечестно. Ух ты. Если честно, я просто по на рандому. На рандому. На дурачка. На карту. Эй, почему назад телепортировал? Что это сейчас было? Ага, сейчас там открывается. Будет. Здесь закрывается. Слышал? Да. Блин, что-то страшно. Баба, вылетай. Длинный коридор. Идем. Ого, это сейчас кто-то будет западло по-любому, ребят. Ну просто так не бывает. Длинные коридоры. В конце черная жопа нам. Идешь? Ну, смотри на меня. Не-не-не, а что стой? Я иду нормально у тебя? Ну у тебя походка, как будто ты миллиард долларов выиграл. Как будто ты не боишься хорроров. Ну-ка. Ого, это что за... Ужасная атмосфера здесь. Кровище. Это как в Грэнни, Nightmare Mode. Капец, тоже такие стены кровавые. Ну-ка. И лифт. Нажимаем. Так, интересно, куда мы поедем? Я думал, знаешь, в конце как будет лифт закрываться, какая-то морда вылезет резко. Да. Что-то было просто такое, да? Ты тоже думал, что будет так? Там пальцы какие-нибудь пролезут. Сейчас есть два варианта. Сейчас либо мы будем куда-то падать, либо будет кто-то сверху скриптистом. Ну да, посмотрим. Ого. Ой-ой-ой. Мы падаем, может? Не думаю. А нет, ничего. Чисто попугали, поржали. Так, а дверь не открывается. Может вверху? Может внизу? Не знаю, а вы. Так, идем. О-о-о. Ой-ой-ой, чудо затрещало. Блин, ну давайте, конечно, испугайте нас в конце. А где... И такой, знаешь... Давай назад. Прям в лифт такой страшный. Идем.
Блин, ну сейчас что-то произойдет, не знаю, почему мне так кажется. А не? Что? Ах ты! Я знал, что вы, зараза, таки испугаете меня. Знаете, в чем мне нравится этот хоррор? Потому что здесь есть фотографии того, как мы проходили со всех локаций. Прикольно, прикольно. Вот мы два додика стоим в лифте. А давай посмотрим. А, вижу. Успех побега, поздравляю. Не поймите меня неправильно, призраки тебя не ненавидят, они просто приветствовали тебя. Нифига себе, потому что ты им понравился. Даже если ты испугался и удивился, не сердись. Введите адрес Discord, и я вам дам подарок. Вы можете покинуть группу сервера после получения подарка. Спасибо за игру. В эту игру. Это была гениальная надпись. Если понравился этот хоррор и вы хотите еще много страшных карт, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Discord. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Всем пока.